Нет, она что, давайте переведем это на бытовую историю, потому что в государственном мыслить в государственном масштабе это немножечко так сложно, и уж не для меня это абсолютно точно, а просто вот ваш дом, это ваше государство, ваша страна, вот, есть вокруг вас тоже много-много всяких там домов и так далее. Если вам не открывают дверь соседи, когда, ну, вы знаете, что они дома, если вас не приглашают на день рождения, если вам не разрешают проходить мимо их квартиры, чтобы попасть в свою, и вы вынуждены ходить через нижний или верхний этаж, чтобы не проходить мимо их квартиры, почему вы должны их звать в гости, дарить им подарки, и, ну, как-то это странно, ну, по меньшей мере, я бы, может быть, не ставила загородки около своего дома, да, вот, но в гости бы не приглашала и едва ли бы общалась.